Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок. Дыхание дьявола пропало. Надо бы МДЖ сказать. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Что ты задумала, МДЖ? Стэндиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Что же им могло там понадобиться? Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Научно-исследовательский отдел Аскорб ведет разработку революционной батареи, способной подзаряжаться от акустических волн. Уже через несколько месяцев мы предложим вам телефон, которому не нужен шнур питания. Круто. Революционный медицинский эвакуационный беспилотник компании Аскорб предназначен для оказания экстренной помощи даже в самых труднодоступных районах и окружающую среду. Выбрасывайте мусор в урны подходящего типа. Этот диспенсер микробов Гея выпускает в атмосферу искусственно выведенные бактерии, способные вернуть нашим рекам и морям первозданную чистоту. Мистер Ли. Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. Полиция! Сюда! Нет! Я могу услышать мэра Осборна? Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. Я уже иду. Ты ранена? Нет, я в порядке. Но торопись. Я тороплюсь. Что ты забыла на центральном вокзале? Потом объясню. Послушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить. Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди. Похоже, Ли задумал это с самого начала. Свалить ответственность на Нормана, заставив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности. Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? И где чертов человек-паук? Юго-западный угол. Иду туда. Если подойду еще ближе, дроны меня заметят. Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готов. Скажи, когда. Так.
Я готова. Пошла. Секунду! Так, давай. Я им просто так не сдамся. Шамтонг Иншон. Стойте! МЖ, что ты делаешь? Давайте успокоимся. Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда. Вовремя. Как? Сначала отпустите его. Давай. Они идут, прыгай за ограду. Нельзя, чтобы они видели. Ого! Дроны, в укрытие! Планшет у тебя? Да. Тогда скорее. Ладно, сейчас. Ну же. Давай! Почти, почти. Готово! Молодец. Теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже, но я не позволю. Нет, я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. Еще. Сработало. Хватай. Давай. Попробую их разделить. Эмджей, ты знала, что ли будет здесь? Не совсем. То есть? Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть? Я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось! Может, лучше вернемся к спасению города? Бей! Вали его! Ну! От кошачьих царапин до пулевых ранений. Патентованные нанотехнологии Аскорб ускоряют регенерацию человеческих тканей в 1000 раз. Мы сохраняем не только деньги, но и жизнь. Давай!
那个记者在哪里? 他就在这儿附近，我们很快就可以抓到他。 Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают. 控制器在手上. 不过我们也... Если она ушла... Включайте таймер. Это твой шанс. Задержи их, я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет, но меня это раньше не останавливало. Так, что там у тебя? Вижу четыре провода. Два синих, один желтый и один красный. Найди разъемы, от которых идут провода. Они должны быть отмечены разными цветами. О, так. Похоже, синий идет к батарее. А желтый к вентилятору. На красном небольшой восклицательный знак. Так, сначала надо отключить батарею. Проследи, куда идут провода, и отсоедини их. Так, отключить провода от батареи. Первый отключен. Теперь второй. Что? Таймер сбросился на 30 секунд. А, цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, теперь красный. Есть. Здорово. Ух ты. Ага. А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Точно! Я расчищу путь! Постарайся не шуметь. Хорошо!